Добро пожаловать в Space Marine 2, новую часть франшизы Warhammer 40000. Эту программу представляют Saber Interactive и Focus Entertainment. Я Оливер Холлис-Лайк, креативный директор проекта, и сегодня я проведу вас по сюжету игры, геймплею и игровым возможностям. Режимы, прогресс и многое другое. Давая вам представление о том, что вас ждет, когда игра выйдет 9 сентября. Нет! Space Marine 2 — шутер от третьего лица, действие которого происходит во вселенной Warhammer 40000. Режим кампании игры позволяет вам пережить эту эпическую историю как в одиночку, так и в кооперативе с тремя игроками. Сюжет Space Marine 2 начинается через 100 лет после событий первой игры. Капитан Дмитрий Антайтис — генетически улучшенный суперсолдат и герой ультрамаринов. Мы искореним ваш вид из галактики. Титус вернулся в ультрамарины, где его понизили до лейтенанта. Это будет проблемой? Нет, капитан. И заставили доказать свою верность в разгар битвы. На далекой планете он должен встретиться с одним из самых страшных врагов человечества. Тираниды! Когда вы берете под свой контроль Тита и его боевых братьев, Хирона и Гадриэля, вас бросят в гущу войны галактического масштаба. Благодаря нашей уникальной технологии Роя, мы можем отображать сотни настоящих врагов на экране одновременно. Вы столкнетесь с, казалось бы, бесконечными волнами ползающих, бегущих и пикирующих врагов, куда ни глянь. Вы должны отбить нападение тиранидов и избавить систему от ксеносов. В боях в клаустрофобных джунглях Кадаку, величественном мегаполисе Абракс и других эпичных местах. После каждой успешной миссии вы будете возвращаться на Battle Barge, космическую крепость, которая служит орбитальной штаб-квартирой ультрамаринов. Здесь вы можете собрать важную информацию, взаимодействуя с персоналом на борту. Изучите свои следующие цели и настройте снаряжение под вашу предстоящую миссию. Независимо от того, предпочитаете ли вы ближний бой или дальний бой, широкий ассортимент оборудования ультрамаринов предлагает вам множество разрушительных оружий и уникальные специальные способности. Сбалансированный подход, безусловно, мудр, так как выполнение жестокого завершающего удара в ближнем бою восполняет вашу броню и позволяет дольше оставаться в бою. Или раздавите их могучим громовым молотом. Как вы победите захватчиков тиранидов, зависит только от вас. Твоя работа еще не закончена. После сюжетной кампании вас ждет режим операций. Здесь главное — сотрудничество и возможность повторного прохождения. Играйте за один из шести классов с уникальными навыками и способностями. Затем разработайте и настройте их по своему вкусу. Предпочитаешь ли ты скрытность снайпера и дальнобойные возможности, или грапнельный пускатель авангарда, или знамя главы булварков и комбинация штормового щита — ваша специальность космодесантника вместе с вашими товарищами по отряду будут решающими на поле боя. Чем больше миссий вы выполняете, тем больше косметических предметов для вашего космического десантника вы разблокируете. Мы также предоставляем данные об опыте и арсенале, которые можно потратить в арсенале боевых баржей. Разблокируйте новые классовые перки и улучшите характеристики вашего вооружения. Вечная война требует вечной дисциплины. Если вам нравятся более соревновательные испытания, тогда вас ждет сюрприз. Примите участие в нашем режиме вечной войны, где вы сможете сразиться с другими игроками. Шесть космодесантников сражаются против шести своих заклятых хаосных противников на аренах, вдохновленных богатыми декорациями игры. Выберите предпочитаемый набор правил. Будь то интенсивный матч смерти, стратегическое захватирование территории или захватывающий захват и контроль.
Затем участвуйте в матчах, которые проверят ваши навыки против игроков со всего мира. Каждая схватка дает вам шанс заработать больше опыта и добавить больше оружия в свой арсенал, доказывая свое мужество на поле боя. Это всего лишь проба того, что нас ждет. Мы не можем дождаться, чтобы вы почувствовали страсть и заботу, которые наши команды вложили в эту игру. У нас для вас еще много сюрпризов. Будет раскрыто очень скоро. Во имя этого я буду сражаться! Предзакажите стандартное золотое или ультра издание и защитите человечество 9 сентября, когда Warhammer 40 000 Space Marine 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Следуй зову войны, ведь твое ремесло — смерть.